Жаль, что тульская гармонь. Звуки музыки переносят зрителей на много лет назад. Сегодня в Голицынской школе номер 2 вспоминают события более чем 80-летней давности – оборона Тулы. В Больших Вязёмах завершился 8-й этап патриотической акции «Салют Победе». Начальник теруправления подчеркивает, у нее сразу две важных цели. Первая – отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны. И вторая, я считаю, вот на данном этапе она не менее важная, безусловно, задача – это донести до, как правило, ну, в основном до нашего подрастающего поколения вот всю правду о той великой и страшной войне. 8-й этап эстафеты «Салют Победе» посвящен городу-герою Туле. Его символы – копия Знамени Победы, револьвер, система «Наган» и фронтовые письма. Из Больших Вязём их передали в городской округ Власиха. Наше поколение, будущее поколение, они обязательно должны знать, что происходило на самом деле, как тяжело далась победа в Великой Отечественной войне, насколько мы благодарны всем нашим ветеранам. Классные часы, уроки мужества и патриотические мероприятия пройдут на ближайшей неделе в образовательных учреждениях на Власихе в рамках эстафеты «Салют Победе». Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».